Здравствуйте! Всем доброго утра и хорошего настроения! Сегодня у меня в обзоре спотовая серия из нового каталога Люссоли. Светильники LSP9802, 03, 04 и 05. Давайте вскрывать, смотреть. Итак, сразу хочу сказать, такого я еще не видел. Ну, светильники, я не знаю, прям для любителей лофта, брутальных элементов, естественных материалов. Это не коричневая краска, это ржавчина, и на этикетке прям так об этом и указано. Металл специально подвергали коррозии для получения такого эффекта. Серый тоже необычный цвет, серый весьма такой специфичный, и на ум приходят слова оцинковка, травление кислотой. Хотите максимум натуральности для лофтов? Пожалуйста. А конструкция этих светильников? Минималистичные головы с мощными гриль-решетками. Решетки, кстати, отличаются друг от друга в зависимости от цвета. Лампы GU10, лампочки в комплекте. Четырехточечный светильник имеет ширину 66 см и два подвижных элемента. Направление света фиксируется при помощи специальных гаек-барашков. Никакого пластика. Металл, ткань, бечевка, бумага, ржавчина, наконец. Вот такие замечательные светильники. Ищите новинку в каталоге. До новых встреч!